Вместе с главой региона они обсудили работы по ликвидации последствий удара стихии на Кубани. В организации гуманитарной помощи в пострадавшие районы активное участие принимали и члены партии. Однако были те, кто хотел заработать на трагедии политические очки. По-разному у нас в регионе происходит позиционирование членов «Справедливой России» в глазах жителей, в том числе вот недавние события, которые у нас произошли в Туапсинском районе, Обширонском. По-разному, вместо того, чтобы сплотиться, есть определенные представители вашей партии, вместо того, чтобы помочь, консолидироваться, они и больше попытались разжигать ситуацию. Не все равно, член какой партии, логично, но объективно укажет на недостаток власти. Только не с точки зрения своего популизма, а конструктивного действия, которое приведет к результату. Но только не самопиар. Давай. И нежелание сорвать какие-то дивиденды. Сегодня нормальная рабочая ситуация и в Туапсинском районе, и в Обширонском районе. Аварийно-восстановительные работы, они уже практически завершаются. Люди увидели, что они не брошены. Люди увидели, что власть пришла немедленно. Значит, все делается по уму, все делается для того, чтобы минимизировать ущерб, и чтобы люди чувствовали, что они защищены. Очень много волонтеров пришло, значит, просто бескорыстно помочь. И плюс все было организовано должным образом. Во время встречи говорили о деятельности регионального отделения партии. Его руководителя губернатору представил Сергей Миронов. В этом году кандидаты от «Справедливой России» победили на выборах и стали депутатами в советах Белореченского, Кавказского и Тихорецкого районов. У нас общая задача – это рост экономики региона, конечно, и рост уровня благосостояния жителей. Если мы здесь с вами разделяем эту свою стратегическую задачу, я думаю, мы очень многое сделаем. И не важно, какой мандат в кармане, главное, какой приоритет жизненный. А я думаю, что вот мы с Сергеем Михайловичем однозначно определились. Люди и жизнь людей. В следующем году в крае будет проходить порядка 180 избирательных кампаний. Как отметил Вениамин Кондратьев, в регионе готовы прислушиваться к мнению представителей любых фракций.